Продолжаем выпуск. В рамках реализации инициативных проектов партии «Нур Отан» семей состоялось открытие IT-центра для подготовки квалифицированных специалистов. Центр открыт на базе одного из учебных заведений города. Здесь участники проекта будут обучены востребованным цифровым навыкам и современным языкам программирования. Между отделом занятости социальных программ и IT-центром заключен меморандум о сотрудничестве. В рамках этого документа желающие смогут здесь освоить профессии информационно-коммуникационных технологий. Стоит отметить, что двери IT-центра открыты и для школьников. Для ребят, проявивших интерес к робототехнике, созданы все условия, чтобы изучать эту дисциплину. Открытие центра состоялось при участии депутатов областного и городского маслихатов. По их словам, сейчас уделяется большое внимание современным технологиям, поэтому классы робототехники постепенно будут открываться во всех школах. Все реализуемые проекты в этом направлении нацелены на то, чтобы улучшить качество жизни казахстанцев, на то, чтобы поднять уровень знаний молодежи. Мы объявляем IT-центр открытым.